Не устоять мне перед вашими просьбами. Благодарю, что вяжете уточку и одежду для нее по моим мастер-классам. В этом видео покажу, как связать платье для уточки Лала Фанфан. Рекомендаций по изменению описания для других игрушек не будет, но принцип простой. При желании самостоятельно сможете адаптировать описание. Я уже связала аквамариновое платье для Лала Фанфан и еще есть вот такое голубое платьице. Вязала из разных видов пряжи. Аквамариновая из Газал, а голубое из Yarn Art, у которой ниточка тоньше и платье получилось меньше по размеру. Давайте вместе свяжем платье, такое летнее, вяжется очень быстро. Кстати, напишите в комментариях, хотите ли видео обзор всех нарядов уточки Лала Фанфан. Скопилось уже много вязаной одежды для игрушки, и если вам интересно, я сниму отдельное видео, устрою примерку всей вязаной одежды для уточки. Вязать платье буду из Yarn Art Baby Cotton, такой нежный голубой цвет, пряжа с приятным блеском, крючок использую номер 2, уточку держите рядом, она понадобится для примерки платья. Создайте начальный узел, наберите 35 воздушных петель. Дальше вязать будем за внешние петли цепочки. Со второй петли от крючка провяжите 34 столбика без накида. Тридцать третий. Тридцать четвертый столбик. Поворот. В конце этого ряда не делаем воздушную петлю подъема. Второй ряд. Начните вязать со второй петельки от крючка 5 полустолбиков без накида. Затем вяжите за передние стенки петель повторяющуюся последовательность 2 полустолбика с накидом. И в следующую петельку прибавка из полустолбиков с накидом. Повторяйте 2 полустолбика с накидом друг за другом и 2 полустолбика с накидом в одну петлю еще 6 раз. Вяжу последний повтор. Затем 2 полустолбика с накидом друг за другом. И в оставшиеся петли провяжите 5 полустолбиков без накида. Вяжите за обе стенки петли. Наберите 2 воздушные петельки. Поворот. Третий ряд. В 15-ю петлю от крючка 2 воздушные петли подъема тоже считаем. Провяжите столбик с накидом. Затем вяжите за задние стенки петель 14 столбиков без накида.
следующую петлю столбик с накидом, затем 2 воздушные петельки и соединительный столбик в последнюю петлю ряда. Смотрите, у первого рукава 11 петель между 2 петлями подъема и столбиком с накидом. И у второго рукава 11 петель между соединительным столбиком и столбиком с накидом. Далее продолжаем вязать третий ряд. 2 столбика без накида по краю лямки. Наберите 6 воздушных петель, затем 2 столбика без накида по краю второй лямки, и соединительный столбик в следующую петлю. Закончили третий ряд. Соединили лямки платья, связали кокетку. Со следующего ряда начнем вязать юбку платья. Четвертый ряд. 2 воздушные петли подъема. Этот ряд вяжите за задние стенки петель. В следующую петлю столбик с накидом. Затем 2 столбика с накидом в одну петельку. Сделали прибавку. Со следующей петли 2 столбика с накидом друг за другом. Затем снова прибавка из столбиков с накидом. Так и вяжите простую последовательность. 2 столбика с накидом друг за другом и 1 прибавка из столбиков с накидом. Внимательно вяжите, не пропускайте петли. Дошли до конца ряда. Вот 2 петельки подъема. Перед ними есть петля. В нее вяжу прибавку из столбиков с накидом. Затем соединительный столбик в петельку после 2 воздушных петель подъема. Пятый ряд. 2 воздушные петли подъема считаются за 1 столбик с накидом. В следующую петлю прибавка из столбиков с накидом. Затем 1 столбик с накидом. Чередуйте до конца ряда прибавку из столбиков с накидом и 1 столбик с накидом. В конце, в петельку перед петлями подъема, вяжу прибавку из столбиков с накидом. Затем соединительный столбик. Шестой ряд. Сделайте 4 воздушные петли. Одна из них это петля подъема. Пропустите 1 петлю на юбке и в следующую после нее вяжите столбик без накида.
наберите 3 воздушные петельки, снова пропустите 1 петлю и в следующую вяжем столбик без накида. Повторяйте последовательность, вяжем 3 воздушные петельки, пропускаем 1 петельку на юбке и делаем столбик без накида. Получаются такие арочки. Заканчиваю ажурный ряд. Обрежьте пряжу. Конец пряжи оставьте длинным, он еще понадобится. Такое вот пышное платье, но нет складочек. Мне удобнее формировать складки на платье, когда оно уже на уточке. Поэтому я примеряю платье. Расправляю юбку. Формировать складки, фиксировать их буду длинным концом пряжи. Соедините последнюю и первую арку из воздушных петель последнего ряда. И аккуратно переместите нить под петлями с изнанки на границу 4 и 5 ряда. Закрепляю нить узелком. И дальше намечаю первую складку. С изнанки стягиваю складку в верхней части. И перемещаю нить под петлями в точку следующей складки. Между складками примерно 3-5 столбиков. Решайте сами, какой размер складок вам нравится. Сама складка тоже из 3-5 столбиков состоит. Продолжайте формировать и фиксировать складки на вязаном платье. Когда закончите, закрепите и спрячьте конец пряжи под петлями с изнанки. Расправьте складочки. Можно отпарить нижний край юбки, чтобы ажурный ряд из арок стал более выражен. Осталось дополнить вязаное платье цветочком, сделать яркий акцент на поясе. Покажу, как связать цветок. Создайте кольцо амигуруми. Начальный конец оставьте около 10 см, чтобы удобно было его прятать потом. В кольцо амигуруми провяжите столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик без накида. Это первый лепесток. Далее вяжем столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик без накида. Связали второй лепесток. Снова вяжем столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик без накида. Это третий лепесток. Обрежьте пряжу. Конец оставьте длинным около 25-30 см и стяните кольцо амигуруми. Этим концом пряжи сделайте утягивающие стежки через центр кольца амигуруми, но прокладывайте нить между лепестками. Теперь длинный конец пряжи вставьте в иглу и продерните под петлями пояса вокруг. Аккуратно над ножками столбиков продергиваю ниточку.
Пришейте цветок, концы закрепите и спрячьте под петлями с изнаночной стороны платья. Как надежно спрятать нитки, смотрите в отдельном видео, ссылка в описании. В центр цветка можете пришить или приклеить бусину, бисер или вышить желтыми нитками, например, сердцевинку. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео по вязанию одежды для игрушек. Принимаю благодарности в виде лайков. Всем нарядных уточек! С вами была Катя. Пока!